24 новости. В студии Гульнара Жандагулова. Здравствуйте. Глава государства принял сэра Суму Чакрабарти. Президент поблагодарил его за плодотворную работу на посту внештатного советника по вопросам экономического развития. Касым-Жомарт Токаев отметил, что высказанные господином Чакрабарти в рамках заседаний Высшего совета по реформам предложения нашли поддержку в ряде программных документов. Он также положительно оценил вклад Сумы Чакрабарти в совершенствование инвестиционной политики Казахстана. В свою очередь, Сума Чакрабарти выразил признательность за оказанное высокое доверие. Актуальные вопросы социально-экономического развития Актюбинской области обсудили на совещании под председательством премьер-министра. В ходе его поездки в регион Алихан Смаилов отметил ряд нерешенных вопросов в сфере образования и здравоохранения. К примеру, сейчас в области не хватает больше 17 тысяч ученических мест. Есть населенные пункты, где дети до сих пор учатся в саманных или деревянных зданиях. Также в регионе 64 медицинских учреждения располагаются в ветхих или переоборудованных зданиях. Устранить пробел планируют за счет правительства, за счет строительства новых объектов. Сейчас реализуются нацпроекты «Комфортная школа» и модернизация сельского здравоохранения, направленные на решение данных проблемных вопросов. Также привлекаются средства, изъятые у коррупционеров. В этой связи акимату нужно активизировать работу и обеспечить сдачу новых социальных объектов в установленные сроки. В Талдыкургане вынесли приговор троим предпринимателям, которые оказались замешаны в деле о хищении 162 миллионов тенге. Они должны были поставить местному коммунальному государственному учреждению программное обеспечение для автоматизации работы КСК. Три ТО заключили договор о госзакупках, но в указанный срок предоставили неработающую программу, а это уголовное преступление. В ходе досудебного расследования сумма причиненного ущерба в размере 162 миллионов тенге полностью возмещена. Приговором суда руководители трех ТО признаны виновными и назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с лишением права заниматься деятельностью, связанной с участием в государственных закупках сроком на 5 лет с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. 3 года ждут открытия новой школы жители Кызылординского микрорайона Байтерек. Родители переживают, к учебному году здание не успеют ввести в эксплуатацию. В местном акимате заверяют в обратном. Наш корреспондент расскажет подробнее. Строить школу в микрорайоне Байтерек начали 4 года назад. Изначально проект оценили в 1 миллиард 200 тысяч тенге. Обещали, что через 18 месяцев новое учебное заведение распахнет свои двери. Но денег оказалось недостаточно, и стройку заморозили. После дополнительного финансирования работы возобновили. Но родители обеспокоены, что стройка затянется опять. До нового учебного года считанные дни. А документы учеников в новую школу не принимают. Значит, школьникам опять придется ходить на уроки за несколько километров от дома. Наш район находится на окраине города. Нам очень страшно за детей, особенно в зимнее время. Кругом темно, освещения нет. Здесь разгуливают стаи диких собак и даже шакалы. Единственная просьба – откройте, наконец, школу, чтобы у нас душа была спокойна за детей. Подрядчики уверяют, строительство идет ударными темпами. Объект в этом году точно сдадут. Уже готово 90%. Оборудование завезли. Обустраиваем территорию, делаем косметическую отделку. Надеемся сдать объект в сентябре. Но не исключаем, что может и затянуться. Точно не скажу, когда закончим, но стараемся. В акимате обещают проконтролировать, чтобы строители уложились в сроки. По их словам, школа примет детей к новому учебному году. Затраты на строительство пересмотрены. Поменялся подрядчик, поэтому работы остановились на 9 месяцев. Должны сдать до 31 августа этого года. В областном центре сейчас строят 10 новых школ. 8 из них должны сдать до конца года. Альбина Кумрагалиева, Нурлан Жахапеков, Ахан Алиев, Хабар-24, Кызылорда. И к другим темам. 50 из 119 вузов по стране расположены в Астане и Алматы. При этом 70% нехватки мест в студенческих общежитиях приходится на эти же города. Теперь вопрос размещения в них учащихся будет заниматься отдельный ситуационный центр. Его создали при Министерстве науки и высшего образования. Там же запущена горячая линия, которая принимает обращения круглые сутки. Какое количество заявок от студентов на место в общежитии ожидают в новом учебном году, расскажет Тамирис Белял.
В новом учебном году государством выделено больше 88 тысяч образовательных грантов. Эксперты прогнозируют рост не только числа студентов, но и заявок на места в общежитиях. До конца года в стране ожидается вот 37 новых студенческих домов на 11 тысяч мест. Очевидно, что обеспечить всех студентов общежитиями невозможно. Эта проблема пока что имеет системный характер. Но министерство ведет работу в этом направлении. В частности, нашим ведомством создан ситуационный центр, который совместно с вузами будет помогать студентам получить места в общежитиях. Места в общежитиях в первую очередь предоставляются сиротам, лицам, оставшихся без попечения родителей, а также студентам с инвалидностью, причем они проживают бесплатно. Льготы распространяются также на магистрантов и докторантов, принадлежащих к этим социальным группам. Помимо этого, студентам, которым не хватит мест в общежитиях, предлагаются места в хостелах и гостиницах. Заявки на получение мест в студенческие дома принимаются в онлайн-формате. В этом году большинство учебных заведений начали свою работу по приему в общежитии уже с 10 августа. Этот процесс продлится до 28 числа этого месяца. Чтобы получить место студенту, необходимо лишь удостоверение личности, справку о зачислении в ВУЗ, а также чек об оплате проживания. В новом учебном году студентов будут принимать 119 вузов, из них 50 приходятся на Астану и Алматы. Для проживания подготовлены 345 общежитий и арендованы 119 объектов. В Министерстве науки и высшего образования наибольшую потребность прогнозируют в Североказахстанской, Абайской, Туркестанской областях, а также в Астане, Алматы и Шымкенте. К примеру, в южной столице нехватка мест в общежитиях может составить почти 60 тысяч. В Шымкенте это число составляет 6,5 тысяч человек. Сейчас там идут строительство и капитальный ремонт студенческих домов. Некоторые вузы уже успели подготовить места для проживания учащихся. Таким образом, один из университетов мегаполиса заселит рекордное количество студентов – 3000 человек. Многие общежития строятся на основе государственно-частного партнерства. У нас есть возможность заключить с ними предварительную договоренность и в случае необходимости получить место, принадлежащее студентам. На данный момент мы подписали контракты с двумя общежитиями. С 25 августа студенты будут заезжать. Завершить ремонтные работы в общежитиях при университетах по стране планируют до 15 августа. Разместить необходимо будет по меньшей мере 130 тысяч студентов. Отмечу, с 1 сентября вступит в силу новая редакция закона об образовании. Теперь все учебные заведения обязуют обеспечить своих студентов местами в общежитиях. Тамирис Белял, Екатерина Попкова, Ахылбек Исимсиитов, Хабар 24. И к событиям в мире. Землетрясение магнитудой 5,3 балла произошло в восточной провинции Малатья в Турции. Об этом сообщило Управление по борьбе с последствиями стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций. Эпицентр землетрясения находился на глубине 7 километров в окрестностях города Ешелюрт. Сразу после подземных толчков люди начали выбегать на улицу. Некоторые в панике выпрыгивали с балконов, в результате чего пострадало 23 человека. О других последствиях пока не сообщается. Напомню, 6 февраля юго-восток Турции потрясли два мощных землетрясения. Тогда погибли больше 50 тысяч человек. Тропический шторм Ханун обрушился на Южную Корею. Дожди привели к сходу оползней и наводнениям, из-за чего в южных прибрежных районах эвакуировали уже около 15 тысяч человек. Сейчас шторм движется на север. По данным МВД страны, жертв нет. Отменены сотни авиарейсов, остановлено паромное сообщение. От шторма пострадал и соседний Китай. Ханун принес большое количество осадков в северо-восточные регионы страны. Эвакуированы сотни тысяч жителей. В провинции Хэйлунцзян были приостановлены десятки паромных маршрутов, а рыбацкие лодки были вынуждены возвращаться в порт для укрытия. В регионе объявили два красных предупреждения о ливнях. В Китае действует четырехуровневая система сигналов о погоде с цветовой котировкой. Красный цвет обозначает наиболее серьезное предупреждение. За ним следуют оранжевый, желтый и синий. В
Возросло число жертв лесного пожара на Гавайях. Сейчас это больше 50 погибших. Ранее сообщалось о 36. Опустошена большая часть курортного города Лайхана. Огнем уничтожены почти 2000 домов. Свыше 11 тысяч человек остались без электричества. Тысячи людей эвакуированы. Для того, чтобы оттуда улетели туристы, организованы дополнительные рейсы. Власти назвали масштабы возгорания беспрецедентными. Администрация президента Байдена объявила Гавайи зоной крупной катастрофы, что позволит привлечь федеральные ресурсы для борьбы с пожарами и оказания помощи пострадавшим. Остров Мауи переживал сильную засуху весь сезон. Риск большого пожара был там выше, чем он был в Калифорнии в этом месяце и в прошлом. Были идеальные условия для погоды, которая может спровоцировать лесные пожары. Так случилось, что дул сильный ветер, и это позволило огню распространиться быстрее. Техасские фермеры спасают скот от продолжительной засухи. Второй год подряд в регионе стоит небывалая жара, которая сушает озера, реки и сокращает площади пастбищ. В прошлом году из-за неблагоприятных погодных условий владельцы ранчо в Восточном Техасе вынужденно продали почти 3 миллиона голов крупного рогатого скота. Это на 500 тысяч голов больше, чем за тот же период предыдущего года. Между тем, климатологи утверждают, экстремальная жара, вызванная глобальным потеплением, станет нормой в регионе уже в ближайшие 10 лет. Трава просто не растет из-за сильной засухи. У нас большие пастбища, но совсем нет растительности. Она высыхает на солнце. Август обычно самый жаркий и засушливый месяц. И нам нужно планировать, как его пережить с наименьшими потерями. Чаще всего нам приходится продавать скот, потому что мы не можем его прокормить. Между тем, в Китае вновь ввели синий уровень погодной опасности из-за наводнения. Ожидается, что в эту субботу на северо-восток страны обрушится тайфун Ханун. Непогода принесет с собой сильный ветер и дожди, в связи с чем местные власти призвали жителей принять меры экстренного реагирования. В Москве зафиксировали вспышку кори. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Заболевание выявили среди сотрудников рынка. Почти сразу все работники были привиты, но опасность распространения все еще сохраняется. Медики отмечают, что в группе риска находятся люди со слабым иммунитетом. Отмечу, что рост заболеваемости корью в России начали фиксировать в марте. К апрелю случаи выявили более чем в 40 регионах страны. Напомню, что корь – одна из самых легко передающихся болезней в мире. Наиболее сильная восприимчивость к вирусу у детей до 5 лет. Путь передачи воздушно-капельный. Влияние коронавирусной инфекции на здоровье сердца начинает проявляться только сейчас, спустя 4 года после начала пандемии. Медицинские записи показывают, что люди, которые пережили COVID-19, более подвержены риску образования тромбов, болей в груди и даже сердечных приступов. Об этом наш следующий репортаж. Пожарный Майк Камиллери когда-то без труда поднимал тяжелое снаряжение по лестнице. А теперь, борясь с затяжными последствиями коронавируса, осторожничает даже на беговой дорожке. Ковид привел к сердечному заболеванию. Но как это произошло, пока непонятно даже врачам. Болезнь ограничивает меня во всем, что я делаю в жизни. Я постоянно испытываю беспокойство, депрессию, боль в груди, одышку и просто усталость. Порой я просто не хочу ничего делать. Я даже не хочу вставать с постели несколько дней, но я знаю, что должен. Специалисты из Университета Вашингтона в Сент-Луисе отмечают, нарушения кровотока могут быть одной из причин проблемы пожарного. Когда человек активный, кровоток усиливается, во время отдыха замедляется. Но у некоторых пациентов, переболевших коронавирусом, защитная реакция организма остается активированной даже в состоянии покоя. Поэтому они не получают достаточного импульса кровотока при активных нагрузках. После перенесенного заболевания у некоторых пациентов мы наблюдаем неоднозначную реакцию всех органов. Замечено воздействие на сердечно-сосудистую систему, причем она страдает чаще всех остальных. Спустя 4 года после начала пандемии становится ясно, насколько масштабный ущерб здоровью человечества нанес COVID-19. Медики утверждают, в каждом третьем случае ковид дает осложнение на сердце. Согласно исследованиям, у переболевших коронавирусом риск образования тромбов, аномального сердцебиения и возникновения инсульта в 2 раза выше, чем у людей, которые избежали заражения. Жанна Хусейнова, Хабар 24.
Возобновление групповых туров по зарубежным направлениям вызвало в Китае новый всплеск туризма. Более чем в 20 раз увеличился спрос на заграничный отдых с появлением новых направлений. Особенно популярны туры в такие страны, как Япония и Австралия. А количество бронирований авиабилетов в Японию и Южную Корею выросло почти в 10 раз по сравнению с началом года. Напомню, рынок выездных групповых путешествий в Китае остановился в начале 2020-го из-за пандемии COVID-19. А с февраля этого года Китай в экспериментальном порядке возобновил групповые туры в 138 стран и регионов. После объявления о возобновлении групповых туров количество телефонных звонков увеличилось примерно на 350%. Популярностью пользуются туры в Японию, Южную Корею и Австралию. Не только для групповых, но и для индивидуальных туров и бронирования бизнес-групп. Больше 2000 объектов историко-культурного наследия страны имеют QR-коды. Цифровизация дала возможность казахстанцам и иностранным туристам через матричный штрих-код по интернету получить полную информацию о том или ином объекте архитектуры. Нужен только смартфон. Область Жетысу входит в тройку лидеров в реализации этой задачи. В каких регионах страны идет аналогичная работа, расскажет наш корреспондент Гульнар Жантасова. Первые штрих-коды на памятниках Талдыкургана появились еще в 2013 году. В специальную цифровую карту вошли и музеи. Полную информацию можно получить, посетив портал jtsu360градусов.kz. В виртуальном 3D-туре отражена вся история края, его этнография, а также биография знаменитых людей. В области ЖТСУ на сегодня оцифровано 284 объекта историко-культурного наследия. Теперь предстоит установить матричные штрих-коды еще на полсотни памятников. Вместе с тем в регионе сегодня насчитывается больше 1150 объектов истории, архитектуры и градостроительства. По словам представителей областного центра охраны историко-культурного наследия, наиболее активная работа в оцифровке памятников в ЖТСУ началась с 2019 года. Сейчас предстоит установить QR-коды на сакральных и древних археологических объектах. 2023 год именно по Жетысуской области были установлены на 85 памятниках градостроительства, а также на 41 сакральном объектах были установлены QR-коды. В 2024 году планируется установление QR-кода на археологическом памятнике петроглифа Архарлы, и также близ города Талдыкурган тоже по программе «Цифровой Казахстан» будут установлены QR-коды с историческим описанием этих памятников. В Жамбылской области есть 3500 памятников старины и архитектуры. Но QR-коды установлены всего на 41 из них. В основном они размещены в самых популярных для туристов местах. Сейчас мы проводим работу по установке на 60 объектах специальных информационных табличек. На них будут QR-коды. Их размещением занимается управление туризма. Первые в списке городища Акырта, Сорнек, Костобе, Кулан, Актобе-Баласагун, а также Баркуат, на котором сейчас ведутся археологические раскопки. В целом установка QR-кодов это не является обязательной для всех указанных объектов историко-культурного наследия нормой. Это связано с тем, что могут быть места, кто еще не включены в государственный список памятников истории и культуры, где еще необходимо идентифицировать и полностью изучить. По официальным данным, историко-культурное наследие страны насчитывает более 25 тысяч объектов. Из них 12 тысяч имеют статус памятников истории и культуры. Еще 13 тысяч включены в списки предварительного учета областей и городов республиканского значения. На сегодня из них оцифровано 2190. В тройке лидеров Алматинская, Павлодарская и область ЖТСУ. Гульнар Жантасова, Хуануш Тугенбаев, Олжас Байбусынов, Хабар 24, область ЖТСУ. За 3 года в Кустанайской области хотят обеспечить качественным мобильным интернетом 174 села. Речь идет о стандарте 4G. Один из операторов готов инвестировать в этот проект 3,5 миллиарда тенге. А подключение антенн к системе электроснабжения оплатят бюджетными тенге. На это местные власти предусмотрят 4,5 миллиарда тенге. Сейчас в Кустанайской области в 186 селах медленный мобильный интернет 2 и 3G. В 33 селах вообще связь отсутствует. В этом году оператор планирует установить еще 10 базовых станций. Это позволит улучшить качество связи интернета в 20 населенных пунктах, где проживают не больше 250 человек.
В Курдае началось строительство нового архива. По программе «Аул Ель БСГ» на возведение здания выделили 337 миллионов тенге. А пока архивариусы работают в старом полуразрушенном помещении, признанном аварийным еще 6 лет назад. В нем нет условий ни для работы сотрудников, ни для хранения документов, говорят архивариусы. Наш корреспондент в регионе продолжит тему. Зданию Государственного архива Курдайского района ровно 70 лет. Изначально здесь находилась школа-интернат. 30 лет назад помещение передали архиву. Хранилище рассчитано на 40 тысяч единиц документов, но здесь их более 50 тысяч. Из-за тесноты архивный фонд держат в коридорах, а сотрудники работают в спартанских условиях, говорит директор учреждения. По закону документы должны находиться в хранилище. Доступ туда могут иметь только хранитель фонда и архивариус, который работает с ними. Мы не можем соблюдать такие требования. Внутри хранилища сидят сотрудники, которые занимаются оцифровкой. Проблема архива не ограничивается старым помещением. Архивариусы говорят, что у них нет современного оборудования для работы со старинными документами. У меня в руках документы 1909 года. Их расшитие, по сути, невозможно, так как они очень старые документы, и их желательно сканировать только планетарным сканером. Планетарных нету. Вот только мы планшетным. Планшетный у нас он не помещается. Мы вынуждены его на две части делить. Помещение признали аварийным еще в 2017 году. Тогда местные власти подготовили проектно-сметную документацию для строительства нового здания. Но источник финансирования не нашли. Проблему удалось решить только в этом году. По программе «Аул Ель БСГ» выделили 337 миллионов тенге. В районном центре уже начали строить современное здание архива. Его хранилище рассчитано на 200 тысяч единиц документов. Это будет очень современный архив, которому нет аналогов в нашей области. Здание просторное, стеллажи передвижные. Есть лифт. Предусмотрены все условия для работы архивариусов и хранения документов. Курдайскому району в этом году по программе «Аул Ель БСГ» выделили порядка 3 миллиардов тенге. На них, кроме архива, построят 3 дома культуры. Еще 3 таких объекта планируют возвести в следующем году. Рауль Габитов, Мирей Баед, Бахчан Бапаев, Хабар 24, Жамбылская область. Степную пирамиду обнаружили в области Абай. Уникальную историческую находку сделали ученые-археологи Евразийского национального университета имени Гумилева. Она находится на территории древнего захоронения Каракунгур возле села Тохтамыс Абайского района. По мнению ученых, пирамида относится к бронзовому веку, ее возраст составляет 4000 лет. Такое архитектурное сооружение обнаружено впервые на территории Евразии. Как рассказали археологи, строение имеет шестиугольную форму и построено с большой точностью. Пирамида является частью сложного комплекса на месте захоронения Каракунгур. Раскопки там велись с 2014 года. Ученые нашли много предметов быта, керамические изделия, драгоценные украшения, а также останки лошадей и уздечки. Стены комплекса разрисованы изображениями животных, особенно лошадей. По мнению исследователей, это говорит о том, что культ лошадей среди степных народов сформировался еще в те времена. Стыки между шестью гранями имеют неповторимую красивую архитектурную форму. Каждая грань имеет расстояние 13 метров и выложена 8 рядами камней. Это очень сложное комплексное строительство, выполненное из камня. Мы изучаем его вместе с учеными из Новосибирска. И на этом все. Всего доброго.